Так, ну что, час X настал Какой сегодня день недели? Сегодня Да. первое Так, четверг. ребят, всем привет, кто присоединился. Пишем города свои, из какого города. О, привет из Украины сразу. Привет, привет, ребят. Подсоединяемся, заходим, налетаем. Добавляю сейчас Константина. Так, добавился Константин. Разыгрывать подарки, конкурсы, призы. Заходим, заходим, все, все, все. Звоним друзьям, пишем, кричим с балкона, что у Барзикова разыгрывается и у Костика приз. Алло, алло. Базар на шифре. Вот. Все, слышу, слышу. По телефону так будем. Алло. Алло, Константин, Москва на связи. Все, на связи. Германия или что, где ты? Германия, привет. Германия, привет. А что это за телефон ты купил? Подсоединил прикол, да? Это, да, звоню тебе вот поэтому. Алло, алло. Так, чтобы связь очень, лучше была. Очень хорошо слышно, очень хорошо слышно. Не зря купил, значит, не зря. Так. Не зря. Это как наушники, да? Расскажи, по какому поводу мы здесь все собрались. Очень важный повод. Я спешил, бежал для того, чтобы разыграть сегодня конкурс от магазина Brand 54. Они в курсе вообще сейчас? Ты им сказал, что мы сейчас будем разыгрывать. Так, да, смотрите, ребят, кто собрался, у вас здесь еще есть несколько минут для того, чтобы быстренько залететь на страницу Brand 54, выполнить условия, и буквально через минут 10:05 мы разыграем три классных подарка, да, Вань? Да, разыграем просто. На самом деле, даже мне знакомые мои друзья писали, говорит, Ванек, ну подсоби там немножечко, хотим шузы на зиму как бы сэкономить. Ты что, я даже в отметках увидел свою маму, то мама мне говорит. Я да ладно. Да. Ах ты всей семьей хочешь еще парочку выиграть, да? Да, Вань, короче, если ты сейчас будешь пальчиком тыкать, ты там этот посмотришь, аккуратней, ну как бы попади правильно. Хорошо, я буду стараться. Так, а Константин, напомните, если мы сейчас в прямом эфире, отметки проходили под бренд 54, как мы сейчас с тобой будем разыгрывать? Ну, я думаю, знаешь, каким образом мы поступим? Мы зайдем на страницу бренд 54, вот он здесь, мы тут, ребята... Ты смотри, смотри на цифру, количество людей, после слова «выйдите из эфира», «зайдите», вы успеете, да. С 350 осталось 250. Молодцы, все, давай, надо написать вот их аккаунт, сейчас мы напишем. Прикрепи, да. Да, давай. Ты прикрепишь. Так, бренд. А как прикрепить-то? Зажать, что ли? Я сейчас, подожди, да. Нет, ты на мой коммент нажмешь, и все. Блять. Сейчас. Так, бренд. Мы читаем ваше. Синий конкурс. Что значит синий конкурс? Они думают, что я опять нажрался, да. А, мы здесь, вот пишут. Мы здесь. Бренд 54. Сейчас будем делать розыгрыш. А, вот этот аккаунт закрепи, который я... Так я не вижу, Костян. А сейчас он вылезет, а бренд 54. На него нажмешь? А, так я могу их просто, может, их прямо... Это, как вот, а, или их, да, если видишь. Их, прикрепить комментарий. Все. Мы вот здесь, прикреплено. Вот к этим ребятам заходим и под последним постом у них пишем, отмечаем тут друзей, добавляем в историю отметку о них, и через минут 10-15-10 мы будем разыгрывать. О, видишь, смотри, вот видишь, опять начали заходить снова, возвращаться начали. Возвращаются. Слушай, я сейчас добавил в ленту у себя видео, я не знаю, оно за час у меня собрало 54 просмотра, это как вообще? 54? 54. Это у меня что-то кто-то там шурдит или что делает? Слушай, ну, я тебе могу сказать, что сейчас очень хорошо начали гадалки работать. Они наводят на Инстаграм портик. У меня в Инстаграме, короче, какая-то кукла Вуду, и туда тыкают эти иголочки. Я не понимаю, как у меня может быть 54 просмотра вообще. Ну, это просто к тому, что не то, что как у меня, потому что там подписчики-то не все, вот они. А там, представляешь, 54 просмотра. Ну, ладно.
Не в этом, смотри, какой сегодня день недели? Все зависит еще от дня недели. Но это даже хоть любой день недели, этого просто не может быть. Impossible просто. Это, не знаю, какие-то люди. Это, сука, я знаю, кто догадывается. Газяка, сука, колдует. Нет, смотри, в чем еще дело. Последнее время я смотрю, вот, допустим, выкидываю публикацию. Она может вообще уйти сразу вниз, а вначале попадутся публикации, которые вообще там 4 или 5 часов назад выкидывались, поэтому... А как, где ты смотришь? А в этих, по хэштегам? Ну нет, в ленту просто, даже в ленту переходишь, и все. Вот по своим хэштегам, вот я сейчас написал, проверить, захожу с другого аккаунта, слева у меня есть такой, и не могу найти по хэштегам свое видео. Это говорит о том, что твоя страница находится в каком-то бане, каком-то для Инстаграма, его видео, там очень маленькое количество людей, которые именно зашли к тебе, тыкнули, зашли вот именно на это видео. Короче, вот такая фигня. Ну да ладно, это так, отступление. Ну, ребят, это просто немножечко грустная история от Костика. После этого прямого эфира зайдите к Костику и посмотрите, там, видимо, какая-то такая информация интересная была. Так, зайдите, пролайкайте меня, да, там, этот видюшечку, я старался. Ну ладно, суть не в этом, расскажи, ты вот путешествуешь вообще, где ты уже был, что ты видел? Блин, был в Мюнхене, был вот сейчас в Австрии, в Зальцбурге, в Австрии, в Вене, а сейчас в Германии нахожусь, сегодня только приехали. Крутая вообще архитектура, очень много всего, там информации всякой разной, стоит ли посмотреть? Стоит посмотреть, съездить. Слушай, а еще, знаешь, этот всех вопрос интересует. Вая, на что ты живешь? Как ты, как нужно зарабатывать, чтобы вот так вот путешествовать по всей Европе? Расскажи, в Энели же нужно работать, давай. В Энели? Да или где? Ну, можно в Энели. Я вот с Энели там прикурю немного, с фонда прикурю. Потом тайский косметика моя тоже помогает мне в этом. Поэтому, если, Костян, я тебя давно звал, и в НЛ к себе, и в этот какой, и фонд, и, ну, Барсиков косметику разве что не звал. Вот, надо, мне кажется, качает, единственное, это Барсикова косметика. Барсиков косметика рулит. Рулит, Барсикова косметика, спонсор твоих путешествий. Ну, тем не менее, пока мы здесь, раз уже пошел вопрос об этом, что там по песку, Костян? Что по песку? Да потихонечку, бизнес тяжелый, тяжелый бизнес, но работаем, работаем, фуры ходят, тонары, короче, колеса крутятся, деньги мутятся. Все нормально, да? Фонд, ну, фонд, к нам фонд не хочешь? Да, и давай свои бабки, вон, я тебе тоже машину купим, будем работать. Я понял, ну там долго. Пока денег нет, в фонд ходить. Ваня НЛ, Костя Песок, он пишет. Твои близкие пишут. Наверное, да. Костя Песок, Ваня НЛ. А, это Аня, вот. Аня, привет, Аня. Общая наша знакомая, я же ее и отметил. Да. А, Анечка, привет. Мои Анна. Анна потерялась. Анна щеки надула, там что-то обиделась, я не знаю. Что, ну, да, Костян, ладно. Ты взял с Анной шурум-бурум и не перезвонил ей, что ли? Это она со мной шурум-бурум и не перезвонила. Какая она негодяйка. Ох, да. Вы женщина. Обнадежила, я поверил ей, а она... Ну ладно, это давняя история. Гори огнем. Да. Костян. Так, ребят, давайте повторим инфу. Ну зачем мы здесь собрались, в принципе? Ну, конечно же, пообщаться, но и параллельно, самое главное, параллель, это зайти на бренд 54, который прикреплен к эфиру, выполнить условия под последним постом и разыграть в нашем прямом эфире, здесь с Иваном будем разыгрывать, 3 подарка. Это просто, так что давайте еще 2 минутки и попробуем, да? Да. Кстати, друзья, на самом деле, вот бренд 54 – это наши знакомые ребята, которые и нам подогнали зимнюю хорошую качественную обувь Костику. И я вообще рекомендую, почему мы разыгрываем, рекомендуем посмотреть, зайти, прицениться, потому что сейчас рынок очень интересный, качество. За качество отвечай. Нет, действительно, да. Хорошо, нормально. Вот. На правах даже не реклама, на правах мы как... Человека, который пользуется, да? Да. То есть это рекомендация. Это рекомендация. Правильно. Вот именно. Мы работаем на рекомендации. Я не могу ничего найти.
зайти. Куда ты не, почему не можешь? Вот бренд 54, напиши в поиске. Не отсюда заходи, а заходи с поиска, с ленты. Выйди с эфира, набери бренд 54. Увидишь пост, под постом сделай, прочитай условия, выполни их. И возвращайся сюда, потому что сейчас будет Ваня тыкать на аккаунт. Будет а почему? А Ваня не сможет натыкать никуда, потому что, как я, если я выйду, то что будет происходить? Не, у тебя есть второй, у тебя сейчас кто-нибудь со вторым телефоном, есть кто-нибудь здесь у тебя? А я могу с планшетки тогда это сделать. Сейчас. Вот, вот, с планшетки сделать. Потому что я в машине тоже... One moment, please, ребята. Вот. Так мы ждем все равно. Я пока почитаю. Костик, ты подстригся? Да вот оброс вроде как, надо подстригаться. Как дела у вас? Да видите, все хорошо. Вот Ваня вообще в Европе тусуется. Я как бы тоже... Я пока тоже... Не голодный, не голодный, не холодный. Жив-здоров. Люди, вы что ведетесь? Подождите, кто говорит, что это какой-то обман? В чем вообще, что... Где вас пытаются обмануть? Вот где обмануть? Просто я объясняю, как это работает. Люди хотят повысить посещаемость своей страницы. Попросили нас об этом. Мы просто направим вас туда. Там никакого обмана. Там продают ребята обувь. Вот, вот. Эти ребята продают обувь. Всего-то. Все очень просто. Поэтому здесь нет никакого обмана. Никто денег у вас не просит никаких. Просто поучаствуйте, подпишитесь и покайфуйте от того, что вы можете получить хорошие призы. Вот, сейчас в конкурсе 1026 комментариев. Видно, да? Или нет? Да. Видно. Только кверх ногами ты перевернул почему-то. Блин, ну это может быть... Давай я тогда вот так сделаю, смотри. Вот. Вот. Так видно, да. 1029. Вот ты теперь... Нажимаешь на комментарии, прогружаешь все эти комментарии. Да. Да, прогружаешь все эти комментарии и чисто свои интуитивно крутишь, верчу и тыкнешь пальцем. Ну вот как так вот это будет происходить, ребят. Вначале все прогружаешь, да. Ага. Ребят, вы еще успеваете. Только обязательно выполняйте все условия. Это отметить двух друзей. Поместить пост у себя в истории о том, что я участвую в этой во всей истории, и все, и ждать, сжать пальчики крестиком и фигу с маслом зажать, и сейчас Ваня будет своим счастливым пальцем выбирать победителя. 1000 человек, а у нас 3 призовых места, правильно? Да, мы начинаем с 3-го, 2-го и 1-го. Каждое призовое место проверяется ребятами из бренд 54 на повод того, чтобы ну, они как бы условия все соблюдали, и ребята проверят, отмечали ли они в Инстаграме себя, делали ли они пост в истории или нет. Если нет, то извините, играем дальше. Так, смотрите, вот. Короче, Костянчик, у меня этот, как его, я не могу тебя слышать, не слышу тебя. Что-то у меня прям совсем плохо динамик работает. Я сейчас тебя отключу и сейчас добавлю, ладно? Давай, давай. Так, друзья мои, сейчас еще раз добавлю Костика. А пока прогружу комменты. Ну, ожидание. Так, все, вроде всех прогрузил. Сейчас, Костик, подсоединяйся, ну. Вот вы все участвующие. Тин-лин-лин. Что, ждете? Мы здесь. О, подключилась. А ну, скажи что-нибудь. Раз. Блин, что-то... А ты там отключил у себя что-то или нет? Нет. Раз. О, все, включился звук, нормально. Да, ага. А комментарии что-то не работают. Ты выключил комментарий? Алло. Алло, слышишь меня? Я тебя не слышу. И комментарии не работают. Нет, не слышу. Подожди.
Алло. Алло. Ты слышишь меня, нет? Ты слышишь меня, а я тебя не слышу. Ну ладно, подожди, можешь загрузиться. Можешь сейчас загрузиться. Алло. Не сегодня, да, походу? Что нужно сделать? Так. О, я тебя слышу. Все? Все, слышу, да, сейчас. Ну что-то сейчас ты или зажал ты телефон или нет. Вот. Все. Okay. Короче, очень... готовы, да? Да, слышу, но комментариев не вижу, ну их фиг с ними. Ладно. Ну, комментарии я тебе буду читать. В общем. Да. Давай. Первое место. Это какое? Третье мы разыгрываем или первое? Да, мы сейчас разыгрываем третье место, и по каждому моменту. Да, ты прогружаешь все комментарии. Давайте, ребята. Третье место у нас это что там у нас? Прочитай. Подожди, сейчас, я же не прогрузил, он заново что-то сволочь. А скажите честно, вообще есть? Поставьте в смайлик, кто есть, те, кто участвует. Кто участвует, да, кто участвует, действительно. А что это было? Тут половина не в курсе. Что будете дарить? Ах, вы халявщики. Ах, они... Негодяй. Вы вообще где были, когда мы рассказывали о конкурсе? Я даже пост сегодня сделал. Слушай, что-то у меня так тупит. У тебя глюч, у тебя плохой интернет, у меня вайфайка. У меня вайфайка. Можешь мне домой подняться? Да, кайфай. Раньше не мог. А что ты в машине-то делаешь? Да я только приехал вот просто. И подумал. Блин. И подумал, я только приехал и подумал. Блин, я быстро прогрузил. Ну что, осталось 5 секунд. Много подарков будете дарить? Очень много. Так. Давай я сейчас домой поднимусь, ты пока поболтай с ребятами, еще раз расскажи, а я сейчас все тогда. О, вон они. Хотят участвовать все уже. Смотри, есть. Все, еще раз давай проговорим для наших друзей. Кто хочет участвовать, я пока поднимусь домой. Wi-Fi. Давай, Костян, пока, значит, еще осталось совсем... Пиздуй домой, говорит. Осталось... Ребят, 5 минут осталось. 5 минут, пока Костик поднимется к себе в апартаменты, и мы с вами разыграем офигительный приз. Да? Хотите офигительный приз? Вот, заходим на аккаунт. Аккаунт Brand54. Дорогие друзья, отмечаем двух людей, подписаны должны быть на меня и на Костика, вот, и отмечаем двух людей в комментариях. Ну, естественно, подписаны быть на бренд 54. Давайте, прямо сейчас заходим, выходим из эфира, переходим туда, отмечаем все, делаем красиво, подписаны на аккаунт. Хочу выиграть. Ты напиши, пожалуйста, хочешь выиграть. Ты участвуешь в конкурсе, чтобы выиграть? Как запустить двух друзей? Собачка и двух друзей отмечаешь, которых ты хотела бы, чтобы они поучаствовали. Мы здесь. Много условий. Чушь. Как попасть в двух друзей? Хочу выиграть. Давай. Ванечка, если выиграю, Ваня и Костя... Чего? Близнецов Ваня и Костя назову. Участвую. Не хочешь? Отвечать не надо. Так, мы уже запостили. Красава. Горжусь. Те, кто запостили, молодцы. Так, я на белом. Мне не видно ваши вопросы. Вань, напомни про сторис.
многие не выкладывали. Да, еще нужно сторис отметить с магазином бренд. Нужно выложить сторис у себя на страничке. Слушай, а если ребята сторис сделали уже, как быть? Ну, допустим, они неделю назад сделали, а сейчас, допустим, сторис не увидим. Как быть? Ну, там, хотя нет, там видно будет, когда тебя отмечали, там циферки будут. А кто верит в удачу? Кто вообще выигрывал в таких конкурсах? Есть такие? У меня, кстати, девочка 2 раза выиграла в футболке на странице. Она мне писала, говорит, я так рада, что я у вас участвую, я уже 2 раза вас выигрывала. Обновить сторис надо. Ты где в Австрии? Был в Вене, в Зальцбурге, Зальцбург. Вот. Так, Виктория, у меня, кстати, прикреплен этот какого? Мой магазин, вот этот бренд 54, который разыгрывает. Выиграла только еду. А что за еду? Хлеб. Надеюсь, что здесь повезет. Я тоже надеюсь, я люблю вот всякие такие викторины, конкурсы, поэтому очень хочу, чтобы сейчас все самые жаждущие азарта победили. Мужики, на Дом 2 придете? Возможно, придем. Возможно, и нет. Так, снова недавно Мерседес твой разыграл 222. Девочка выиграла 15-летняя. Сена. Что за сена? Что, кто разыгрывал? Молодец. Ха-ха-ха. Когда итоги конкурса? Прямо сейчас. Костя пошел домой за интернетом. Вот. Подключит Wi-Fi, чтобы не глючило, не лагало. И мы сейчас пройдем конкурс. Ваня, у тебя есть ли девушка? Есть. Она в соседней комнате. Надеюсь, она готовит что-нибудь покушать. Потому что мы только с поезда. Мы только приехали. Вот. Я наснимал сегодня на коптер крутых видюх всяких разных. Только зашел. Вот куртка не успел раздеться. Еще сразу зашел. Не обзывай Костика тупым, пожалуйста. Обувь бомба, знакомая привезла 1 пару. В общем, круто очень. Так, еще раз спрашивают, если из другой страны, ответь. Как быть, если из другой страны? Да никак не быть, тебе почту отправят. Ты думаешь, сейчас все только из того города, с которого магазин выиграют? Нет, конечно, все выиграют. Ребята, читайте условия, пожалуйста, внимательно. Там под последним постом все написано. Можете почитать, зайти. Какой сторис нужен? О, Костик, я на месте. О, ну наконец-то, даже... А нет, квадратики все равно. Сейчас надо прогрузиться, я тебя услышу. А, сейчас все вижу. Ты что зарос, кстати, реально? О, да, я слышу. Нормально, завтра постригусь. Так вот. Так, ну что? Ты готов? Да, я так готов. Гитлер к войне не был так готов, как я готов. Я победитель, я станцую стриптиз. Ах ты сексуальный маньяк, а? Знаем мы твои, как ты подписчиц заманиваешь к себе на ужин. Заманиваем, подписчиц. Дай секса, Костя, дай секса немного. Пресса. Пресс. Откуда пресс-то, ёлки-палки? Ну, бабки покажи хотя бы. Бабки, ладно. Бабки. Так. Все, Константин, у тебя второе есть? Это какое или нет? Телефон? Да. Да есть. Что, загружай? Да не... Давай ты будешь тыкать, а я буду комментировать. И вот давай. Палец Ивана. Сейчас, оно опять меня выкинуло, представляешь? Опять? Снова, да. Сейчас в принципе, кто успел, тот молодец, кто не успел, тот холодец. О, 100 комментариев нафигачили. Прикинь, я заходил, было... 1036, сейчас 1147. Отлично, работаем. Еще есть последний шанс. Гружу. Пока гружу. Ты где был? Расскажи хоть где. Вот, условия выполнили. Все выполнили условия, молодцы. Тысяча. Ну уже что-то. Уже есть с кем поиграть, есть кому что подарить. Это хорошо. Так,
Еще раз, смотри, я сейчас, допустим, разыгрываю за третье место. Как проверять победителя, что он выполнил условия? Да, у нас здесь сидят в нашем эфире наши ребята, которые разыгрывают. Они проверят, выполнил ли условия человек полностью. И если он выполнил, они скинут скрин, что все хорошо, значит, приз ушел. А если, допустим, они сейчас проверяют, и он не выполнил, а как мы поймем? Крутим дальше это место. Барабан, что ли, крутим? Если, да, барабан крутим дальше, и тот сделал все правильно, тот молодец. То нет. Слушай, ну вот смотри, хорошо, мы крутим барабан. Вот, ну, допустим, крутим. Но понятное дело, что получается, я первый комментарий по-любому не выберу. Ну, если так логично. Я где-то буду. Подожди, ну давай, а вдруг? Ну, пусть они еще тыкают, не первые, еще. Количество комментариев не ограничено. То есть, давайте, друзья, давайте так. Я сейчас буду крутить. Вот так. А вы в прямом эфире, как только начнете писать стоп, я сразу останавливаю. Давай, ты все прогрузил? Все прогрузил? Да, все комменты прогрузил. Ты тогда смотри, ты поставь... Я переверну, так, чтобы, да, я переверну. Да, чтобы люди видели, чтобы не было там, ты кого-то выбрал специально. Причем было... тупо выиграла ты, твоя мама, и понял, и мой кем. Да. Давай. Комменты все писали. Стоп, давайте. Все, начали писать. Та-да-дам, ответственный момент. Крути, верти. Так. Все, туда-сюда. Оп, есть. Первый. Итак, первое. Сердечко мы ответим. Сердечко? Да, есть. Оба. Первое это Лара, Ларочка, Лариса. Так, сейчас нашим друзьям... Пробиваем, подписана Лена. На так, Константина. Да, подписано. И подписано на бренд 54. Зайди к ней в истории. Есть ли у нее отметка? Так. Какую-то хрень рекламируют. Розыгрыш, конкурс. Вот, блядь, смотри на нее, а. Она тут уже хитрая лиса. Уже на всех скалялах. Вот, есть! Да, все. Она победила. Да, все честно. Лара... Она здесь? Ларочка, ты здесь? Ставь сердечки, много ставь сердечек. Скажи, что она выиграла, третье место, что третье место у нас там получилось? Так, за третье место, одну секунду, Родзик. За третье место 50% скидка на любую понравившуюся модель. Отлично, это уже что-то, уже неплохо, ну согласись, потому что классно. Это вообще, представляешь, вот так вот ты сидишь, мамочка, чисто теоретически, поздравляем, бренд 54 пишет, скидка, и ты просто сидишь каждый день какой-то хренью, выкладываешь себе в инстаграме, ничего не делаешь, где херак, ребят, вот реально это, подарок. Вот это. Так, а слушай, давай начнем, ну, как бы фанфары прозвучали, все, мы победителя огласили за третье место, что за второе место? За второе место у нас, сейчас я тебе скажу, за второе место у нас идет пара обуви на выбор. То есть ты можешь выбрать сапоги, куру, там что угодно. Хочешь, можешь мокасины, сланцы взять. Ну давай, крути, верти. Я же вышел, сейчас снова прогружается. Снова прогрузка. Там уже опять еще соточка еще прикрепилась. Вот. Я смотрю, тут некоторые хитрожопые такие. Написали, да? Понаписали. Да. Очень хочу выиграть. Рома. Всякие. Я сейчас уже даже просмотрел. Так, ну что, переворачиваю. Сейчас. Переворачивай. О! И что мы видим? Что мы видим? Ваня пальчиком грузит комментарий. Чтобы вы победили. Чуть-чуть осталось. Удачи. Нашей стране. Так, кручу-верчу, всех обмануть хочу. Всем подарить. Я неделю уже пишу. Ну давай, если ты неделю пишешь, тебе должно точно повезти. По-любому. Давай. Стоп, вот пишешь. Подожди, стоп, мы еще не крутим. Привет, друг, привет. Не так. Друг ты мне. О! Вот это друг мой, кстати. Макс Гробович. Чувак в UFC. Заходите к нему, подписывайтесь. Хороший. Он тоже хотел выиграть, он мне два раза звонил. Да? Да.
Ну, блин, ну сколько ж можно? О, все. А, и потом... О, не туда. Стоп. Вот, заходи к ней. Она... Так, мне тут позвонили с чатом. Так, первое, проверяем. Все, подписочки есть на тебя. Константин, бренд 54. Подписано. На меня заходи в историю, что там будет у нее. Подожди, на меня не подписано. Ну, ты напиши, напиши у нее, да. Есть. А, не, подписано, да? Все, есть. Все, так, сторис. Так, а сторис-то нет? Сториса нет! Сториса-то нет! А может быть, она написала, там, вчера, может быть, она писала. Надо сейчас, чтобы наши друзья зашли и посмотрели. Бренд 54, срочно, Анастезелли. Да, зайдите, посмотрите и отпишите здесь в комментариях, она выиграла или нет, есть ли у нее... Слышь, вот наш народ, вот представляешь? Вот наш народ, ха, пролетела, смотри, ржут с нее, а, пролетела. Так, на чужом не счастье, счастье не построишь, так что давай. Так, так. Ну что, у нас... Я тебя не прощу никогда Диму Дмитренко. Это что значит? Костя, я тебе не прощу никогда Диму Дмитренко. Не надо мне его прощать. Что за комментарий? Так. Она нас не упоминала. Вот мне только что написали. Она нас не упоминала. Тогда Анастазели, прости, второе место. Прости, нужно обязательно выполнять конкурс. Так, 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 так. Кручу-верчу, всем подарок. Давай самый конец прям туда. Так, 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 так. Бау. Нести. Нести. А я не могу посмотреть, подписан ли я или нет. А подписаться в ответ. Да? А тебя, Константин, как посмотреть? Так, ну вот Настенка, почему ты... Прости, Настенка, не твой день. Настенка, закрытый профиль, прости, мы идем дальше. Вот, есть. Так, отлично. Смотри. Это второе место. Проверяю. Это второе место. На Никитку подписано, но тоже чисто, неплохо. Так, чисто домовский фанат, ты посмотри. А ну-ка, проверяем себя. На меня тоже подписано. Сторис. Есть! Есть! Сторис. Все, ура! Есть. Ура! Второе место! Поздравляем! Так, Оля, Оля. Олечка, мы тебя поздравляем от всего сердца. Ну, ты персик, ты красавица, ты молодец. Тебе успех желаю я. Ты поздравляем. Дай мне звонит просто какой-то человек постоянно. Я вот уже отключаю. Отлично. Так, ну и что? И самое теперь главное. Первое место. Yes, пишет Света какая-то. Заебался отмечать людей. Сава пишет, бедный пацан хотел шузы себе. Сава, ну вот еще у тебя есть... Да, если заблокирую это, сейчас позвоните. Заблокирую этот человек, который мне звонит постоянно. Давай, давай, блокируй. Заходи, а я да. Пока тут... Давай, сейчас. Дамы и господа, минуточку внимания. Самый ответственный момент. Сейчас будет разыгрываться первое место. И это две пары шузов. Поэтому мы все ждем. Садимся поближе. В студию две шкатулки. Ну что, готовы? Сегодня какой день недели, напомните мне. Ха-ха-ха. Повторите, кто выиграл второе место. Бренд 54. Ты вообще как? Так, бренд 54, ты готов раздавать подарочки дальше? Вот, второе бренд. Место. Бренд 54, делай скрин быстрее. Да, 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 да. Победителя нашего. О, вот, вот она и смотрит. Оливия. Она смотрит. Ребята, заходите, поздравляйте на ее страничку, вот она. Ура, ура. Вот, а вы говорите, что не везет. Вот кому-то сегодня повезло. И никакого здесь нету у нас обманов никаких. Здесь просто раздают подарки за просто так, вот практически.
Халява, как халява. Плохо. Просто ты в интернете сидишь там. Вообще просто так. Ну как вот, везет же людям, понимаешь? Так, ну давайте дальше. И на первое финал. Место. На первое место. Барабанная первое дробь. Место. Наш прямой эфир попадает в топ эфиров. Он сейчас собирает весь Инстаграм. Даже Павел Дуров зашел к нам в прямой эфир, отметил двух людей. 100%. Отметил Якубовича и Диму Дмитриенко. Да. Вот. И первое место. Самое интересное. Мы будем листать. Мы будем ломать судьбы. Ты уже думал, что ты выиграл, но нет. Нет, дальше листа. Она говорит, пожалуйста, говорит, Иришка хочет. Пожалуйста, говорит, дайте мне но подарок. Сегодня. Вот. Просто нет, не сегодня. Участвую. Вот. Асадов. Асадов просто написал, что он участвует. Ксю. Ксю, не сегодня. Прости, Ксю. Ну что, полетели? Листаем. Ну, полетели. Давай. И вот сердце выигрывает. Светланка. Вот эта замечательная девушка выигрывает, надеюсь, выигрывает. Смотрим. Константин, подписано? Бренд есть. Подписано? Есть. Костик, на тебя подписан, на бренд. Все, это как бы уже половина успеха. И на Ване тебя подписано. Так. Ура! Поздравляем, ребята! Вот так вот легко просто. Она просто. Должна быть. У нее должно быть 4 ноги, потому что ей уходит 2 пары обуви. 2 пары и обуви. Это Светланка 39. И все благодаря любви. Короче, и главная новость, друзья. Главная новость. Кто участвовал, но не смог выиграть, черт побери. Наши друзья из Brand 54 делают 10% скидку каждому, кто попытался хотя бы, просто который попытался поучаствовать и выиграть. 10% каждому, кто пробовал в этом поиграть с нами. Поэтому покупайте. Классная у них обувь на самом деле. Вот и все. Ну что, дамы и господа, я еще раз от всего сердца поздравляю. Вот. Ну все. Да. Ребят, выходите. Все, можно уже это. Можно кричать, баловаться. Ты там нахуй выдаешь, дружбан. Мне прокинь. Разбегайся. Знакомься со своим другом Виталькой. Виталя, привет. Ты видел историю, Костян? Видел, ты его мучаешь постоянно. Че ты его мучаешь? Костян, ну уже все нормально, уже отошли. Он реабилитировался. Все реабилитировались. Ты издеваешься над пацаном. Пацан отдохнуть решил, а ты его это... Постоянно мучаешь. Там жесткая была. Я рассчитал немного силы Виталька просто. Виталька бесил здесь, 2 дня ходил, нервы нам трепал. Сейчас нормально. Ой, ну ладно, что, всем спасибо, друзья, что поучаствовали с нами в этом замечательном аттракционе. Будем играть еще, я думаю, еще будем вместе разыгрывать подарки. Ну, у меня скрытое предложение, у меня там, ну, это реально мои друзья тоже, они разыгрывают конкурс у меня там в истории, поэтому, кто из Москвы, обязательно зайдите, поучаствуйте. Все честно, все честно. Все честно. Все, всем пока, на связи. Спасибо, будешь спасибо. В Москве, звони. Обязательно, до новых встреч. Давай.